Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Квасмиллеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчет бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Всем здорово, ребят, с вами Антромер, и мы продолжаем собирать машины из Форсажа в мире GTA 5 онлайн. И сегодня мы соберем Dodge Charger Vin Diesel из первой части фильма Форсаж. Ну а перед началом самого ролика я хочу тебя попросить подписаться на канал и поставить лайк, ведь до 20 тысяч осталось совсем немного, именно твоя подписка мне поможет в достижении этой цели. Ну а также не забывай про колокольчик, про нашу банду в GTA 5 онлайн, про наш Discord, про мой ВК с инстаграмом, где добавляю самых активных, ссылка на это все есть в описании. Не буду долго затягивать со вступлением, погнали к самому ролику. И для начала нам нужно купить Impronta Dux на сайте дешевого авто, после чего мы должны на нем приехать в Los Santos Customs. И далее в самом тюнинге броню мы ставим на свое усмотрение. Тормоза мы тоже ставим такие, как нам угодно. Бамперы мы оставляем дефолтные, как передние, так и задние. Мощность двигателя мы ставим на свое усмотрение, а вот в глушителях нам нужно поставить сдвоенный глушитель. Далее капот нам нужно поставить суперчарджер. Клаксон и фары мы ставим на свое усмотрение. Переходим к окраске, тут нам нужен основной цвет, матовый, там мы выбираем черный. А в дополнительном цвете мы ставим хромированный. Каркас безопасности нам не нужен, переходим к крыше. И тут нам нужно поставить крашеная крыша. Спойлер нам не нужно ставить, а вот подвеску вы ставите на свое усмотрение. С трансмиссией и турбонаддувом вы делаете то же самое. А вот колеса нам нужны от Muscle Car. Во вкладке хромированные, там мы выбираем Крейг. Далее во вкладке стекла мы ставим среднее затемнение. После чего выезжаем из ЛСК. Поздравляю, вы сделали Dodge Charger из Форсажа. Сама машинка довольно-таки шустрая и обладает хорошим дрифтом. Также на ней можно делать так называемый вилли. И далее вам остается поставить эту машину в гараж. Ну и на этом все. Огромное тебе спасибо за просмотр. Но если я тебе хоть как-то помог, то подпишись на канал, поставь лайк. Ведь до 20 тысяч осталось совсем немного. Именно твоя подписка мне поможет в достижении этой цели. Также не забывай про нашу банду в GTA 5 онлайн, про наш Discord, про мой ВК с инстаграмом, где я добавляю самых активных. Ссылка на это все есть в описании. Ну а с вами был Антромер. Всем удачи и всем пока-пока.